Всем привет, друзья, и добро пожаловать в этот влог. В данном видео я вам покажу и расскажу более подробно о работе в бизнес-авиации, о всех нюансах, а также покажу некоторые новые направления, которые я посетила, расскажу о своих впечатлениях и в целом покажу свою жизнь, которая сейчас у меня происходит в Стамбуле. Давайте начнем. Ребята, в Адане, в Шератон, очень классный здесь фуд-корт такой. Короче, нас покормили здесь вкусно. Вот, вот такая долма турецкая, разные кебабы вкусные. Мне очень понравилась еда, в целом в Турции всегда все вкусно, но этот отель прям удивил тем, что очень-очень высокий такой классный сервис. Конечно же, турецкий чай, без него никуда, и разные баклава и всякое такое. У нас сейчас командировка в Адане, и здесь у нас есть доступ в лаунж бесплатный. И тут еда, напитки. Этим, кстати, отличается тоже немножко бизнес-авиация от регулярной авиации, тем, что в регулярной тебя как бы никто не кормит, но дают деньги за то, что ты покупаешь свою еду. То есть деньгами платит компания, ты уже сам себе выбираешь, что ты хочешь кушать, хочешь эти деньги вообще оставляешь, экономишь. Вот. Но в бизнес-авиации деньги за еду тебе никто не дает, а просто чаще всего у тебя в отеле просто включена уже еда. Вот. Я сейчас вернулась в отель. Номер свой, точнее, поболтаю с вами. Вот она я. Вот так ходила сейчас на ужин. Кстати, вот номер. Простите за беспорядок. У меня здесь правда беспорядок. Все потому что, ребята, очень, конечно, я устаю все-таки на рейсах. И самое интересное, что, как я уже во много раз говорила, да, что в бизнес-авиации очень много ответственности, и я просто даже не успеваю поесть. Представляете? То есть вроде бы рейс может быть не сильно такой загруженный, да, может, пассажиры много не хотят, но я не успеваю поесть, точнее, даже не то, что не успеваю, а я не чувствую себя расслабленно, чтобы сесть просто и покушать, зная, да, что вот это мое личное время, я могу сесть и поесть. У меня всегда какое-то чувство, что в этот момент что-то понадобится пассажирам, или в этот момент что-то попросит пилот, мне как-то некомфортно. И поэтому я уже себя решила не менять никак, просто решила осознать тот факт, что я не буду кушать в самолете на рейсах, потому что мне так просто некомфортно там есть. Просто пью что-то, какой-то, может быть, горячее, да, что-то из напитков, там, кофе, чай, вот, это максимум. И какой-то могу там сэндвич съесть. Вот сегодня съела сэндвич за весь рейс, за весь день. И, конечно, это не очень хорошо, потому что мне нравилось в Эмирейтс, это то, что, знаете, у тебя есть свое личное время, когда тебя никто не может потревожить, потому что ты на брейке. Все, вот, у тебя брейк. И хоть стой, хоть падай, у тебя твой заслуженный перерыв. В этот момент все коллеги работают, а ты конкретно на перерыве. Ты садишься и кушаешь. Тут, конечно, такого нет, потому что ты один, сам за себя. И ты являешься тем человеком, которому нужно будет подорваться и что-то вынести пассажирам. А если вдруг пассажир, там, знаете как, больше как, получается, вот самолет, да, длинный. И вот самолет, в хвосте находится багаж, то есть, грубо говоря, то отделение, где все чемоданы, и где там алкоголь лежит, вот багаж. Карго нет внизу, он вот на том же уровне, что и в целом вся кабина самолета. Потом идет туалет, потом идет кабина, там, где сидят пассажиры, кухня и кокпит, пилоты. И вот это все, оно отделено не какими-то там дверями или еще что-то, а просто такие, как, знаете, заезжает вот такая вот выездная дверь. И то же самое отделяет меня, как крю, от отдела с пассажирами, кабины. Просто вот такая вот, знаете, дверька такая, блин, не знаю, выезжает она. И вот эта дверь, она отделяет меня от пассажиров. То есть, грубо говоря, если вдруг они что-то захотят, они просто так отодвигают, и я там сижу, кушаю, понимаете? Конечно, это не очень, такого не может быть. Поэтому я могу поесть только, когда вообще нет пассажиров, либо на земле у меня куча работы, когда нет пассажиров, у меня куча подготовки к тому, что придут сейчас пассажиры. Короче,
Я не ем в самолете вообще в private jet. Я просто только пью. Воду я пью, конечно, много воды, но еще момент, что когда слишком много воды пьешь, тебе захочется в туалет. А чтобы пойти в туалет, тебе нужно пройти через пассажиров, через кабину и пойти в тот же туалет, в который пойдут они, сидят. И когда пассажиры в самолете, когда идет вот весь разгар вот этого сервиса, я не хожу в туалет. Понятное дело, при них я вообще туда не хожу. Я хожу туда только, когда их нет. Поэтому много воды я тоже пить не могу. Я прям контролирую себя, чтобы я пила немного воды, чтобы не захотеть в туалет. Получается, что воду я не пью, я ничего не ем, потому что у меня нет времени на это. Потом я могу просто там кофе с шоколадкой выпить или чай просто с каким-то сэндвичем, с какой-то булочкой максимум, если у меня будет время. И то в этот момент могут пилоты тебя о чем-то попросить, и ты с полным ртом. Мне некомфортно, поэтому я вообще, короче, не ем. И я прихожу голодная очень, и либо домой, либо в отель. Кстати, иногда, когда остается очень много еды, они разрешают забирать. Они говорят, типа, забирай с собой. Но я не забираю, потому что... Я не люблю, у меня обычно нет в сумке места, либо в чемодане нет места, и я не хочу вот это везти с собой, разогревать все вот это вот, мне как-то неприятно, что ли, потом что-то может разлиться, рассыпаться, не хочу, не вожу, хотя иногда они говорят, типа, забери с собой еду, если хочешь, дома покушаешь, я не забираю, я либо отдаю пилотам, если они хотят, либо отдаю ground staff, это наземный персонал. Не знаю, у меня какое-то есть чувство некомфортно забирать эту еду, вот, и поэтому я ничего не забираю. Короче, ребят, вот это первый момент. Второе, я не пью воду, рассказала вам, почему мало пью. Ну, пью, конечно, но такие маленькие бутылочки, просто чтобы, как бы, вот, ну, жажду утолить. Но так как в Эмирате я пила по 2 литра каждый рейс, я прям реально ставила себе установку выпить 2 литра на рейсе, там, не знаю, в Европу. 2 литра я стабильно выпивала. Этого нет сейчас такого. И я, да, часто ходила в туалет в самолете в Эмирейтс, я просто постоянно ходила в туалет, потому что я много пила воды, но это было норм, потому что там тебе вообще пофигу, по сути. Что еще такое? Не расслабляется мозг вообще. То есть вот даже сейчас я в командировке, да, в Адане. Да, я, конечно, более-менее спокойна, я знаю, во сколько у меня вылет и все такое, но все равно ты о чем-то постоянно думаешь. Блин, все ли я сделала? Так, все ли у меня в порядке? Еду заказала? Доставят ли еду? Что я дам пассажирам? Хватит ли у меня посуды? Посуды хватит, хорошо. А что мне нужно в самолет? Окей, а там, типа, и просто столько всего, ребят, постоянно переживаю за еду, потому что я ответственна за заказ еды. Каждую страну прилетая, я должна думать, где я сейчас закажу еду. Возможно, я, летев уже туда, я должна понять, проследить то, что в том направлении еду я не смогу заказать. Что самое интересное, я должна подумать, ага, а всего ли у меня там хватает? У меня были ягоды, очень пассажиры много съели ягод, у меня не хватает ягод. Я сейчас в отеле взяла ягоды отдельно, ягоды, фрукты и овощи отдельно заказала, чтобы они были свежие. Нужно обдумать. Конечно, ребят, когда ты уже, мне кажется, много летаешь, ты относишься ко многому более спокойно. Ты знаешь, что да, все нормально, я все заказала. Но когда для тебя это тоже в новинку, для мозга очень много новых задач, да? Вот это новая задача. Это я не могу сразу все контролировать прям максимально, знаете, спокойно. Это 100% зависит от привычки. То же самое у меня было с языками, то же самое у меня было с Emirates. Везде, во всем новом, за рулем. Я когда помню, училась водить, каждое действие твое это новая задача для мозга, и ты в стрессе. Ты в стрессе, потому что куча всего, что ты должен сейчас из-за того, что ты учил, реализовать. То же самое и сейчас, поэтому я не говорю себе там, о боже, я какая-то не такая, почему я так переживаю. Я знаю, что это нормальный процесс вот этого привыкания, когда твой мозг привыкает к вот этому новому, к новым процессам. Просто в целом, анализируя и сравнивая Emirates и Business Jet, я гарантирую вам, что для начинающих, тех, кто хочет просто... Боже, какие-то странные звуки. Те, кто хочет просто попасть в авиацию, я начну собираться, ребят, я надеюсь, что меня видно. Просто самый реалистичный блогер. Вот, и, конечно, я вам гарантирую, что для начинающих в авиацию лучше идти в Emirates, потому что они вас всему научат. Вы будете работать в команде, за все вы вместе отвечаете, вы несете так много ответственности самостоятельно, вы везде с командой, и это намного проще и намного больше фана. По сути, как здесь просто реально просто вот работа, минимальное количество фана, потому что у тебя нет там большого коллектива, у тебя просто ты да пилоты. Ну, как бы, ты да пилот, это максимальный профессионализм. Ну, просто ты постоянно с пилотами. А в Emirates ты с командой, которые такие же, как ты. Они все такие же молодые, вы все хотите пойти что-то увидеть.
Вот, и поэтому, как бы, в Emirates, честно, больше фана и веселья такого, чем в бизнес-джете. Ну, в бизнес-джете больше, так скажем, ты, как бы, такой статус, да. Ну, сказать честно, даже касаемо статуса, я бы сказала, что больше я статус на себя ощущала, когда я все-таки в Emirates летала, потому что, как-то, знаете, вот куда бы ты ни пошел, «Oh, you're from Emirates», а здесь как-то все спрашивают, а ты пилот или стюардесса? А ты кто вообще? А что это у тебя такое? А ты где работаешь? Вот, в отеле тебя никто не знает. А так, знаете, как бы в Emirates, когда мы летаем, куда бы ты ни пришел, «Oh, you're from Emirates». Вот, поэтому откровенно говорю вам, для такого начала и для вот этой всей прикольной картинки, интересной, такого чего-то необычного и интересного, крутого опыта, я вам рекомендую все-таки пойти в Emirates. Вот. Поэтому новичкам я очень прям рекомендую искренне все-таки попасть в Emirates. Вот. Вам понравится. А тем, кто уже хочет новый этап, конечно, да, стоит пробовать себя в бизнес-джете. Все супер, все хорошо, ребятки. Единственный только вопрос, где мне жить? Он остается открытым, я вообще фиг знает. Пока что я просто блуждаю, продолжаю блуждать. Моя подруга меня ждет в Стамбуле. Надеюсь, что вам было интересно. Очень-очень рада видеть ваши приятные комментарии. Ребят, пожалуйста, давайте обратную связь, потому что от этой обратной связи я заряжаюсь и готова делать больше. У меня появляется энергия. Вот. Кому что не нравится, sorry, it's my life, как говорится, живу как могу, как мне нравится, наверное. Даже то, чего у меня нет, потому что, скорее всего, я так выбираю. То, что у меня есть, тоже мой выбор, мои действия. Поэтому, ребятки, рекомендую вам не осуждать никого, не судить ничей выбор, а просто реально заняться своей жизнью. Вижу некоторые комментарии, так думаю, блин, почему эти люди так часто, пытаются принять участие в чужой жизни. Просто, да, если вам интересно, смотрите, но если что-то не нравится, зачем писать гневные комментарии? Не понимаю такого, но сильно, честно сказать, не воспринимаю. Все это энергия. Когда люди пишут мне комментарии, они, грубо говоря, делятся своей энергией со мной. Какая бы она ни была, плохой комментарий, хороший. Поэтому любому комментарию я рада, но максимально приятно, когда я вижу, что люди меня понимают, видят то, какая я есть, где-то, да, может быть, со своими тоже сложностями в жизни, но я рада делиться с вами, ребят, этим опытом, и рада, что у меня есть те люди, которым интересно, смотрят, продолжают смотреть, верить в меня, и мне очень-очень классно просто ощущать по жизни, что у меня есть вот такая вот аудитория приятная, которая меня может понять, принять, и которым интересно то, что я делаю. Ну что, ребята, я выгляжу, вот такой у меня шарфик, я все это купила сама, моя личная рубашка. Вот такие штаны. Кстати, в штанах они вообще не любят, когда работают стюардессы, но я пока что решаю летать в штанах. И платье пока себе не покупала, возможно, и не буду покупать. Вот лежит мой чемодан и сумка с водой. Я вылетаю, выхожу из номера и быстренько бегу вниз. У нас будет брифинг, митинг, и мы полетим. Летим мы сейчас уже в Стамбул, ура! Вот так подготовили нам здесь в отеле еду, вот с десерты вот такие, вот это фрукты. Выглядит, конечно, не очень, но другого варианта не было. Плюс еще то, что из самолета. Вот такую дали пахлаву здесь нам с собой. И вот такие профитроли. Так вот выглядит заказ еды из отеля. Видите, вот так они все упаковывают, и я это все везу с собой. Меня с этим всем запустят, и я это должна буду разложить по идеальным красивым тарелочкам и рассервировать. Видите, оно вот так все уложено здесь. Я должна буду это все рассервировать настолько быстро, насколько это только возможно, потому что сразу придут пассажиры, голодные. Ну, здесь даже не все. Плюс еще у меня, помните, я вам рассказывала, еда в хендлинге, она там охлаждается у меня. Вот, я пораньше пришла, за полчаса жду своих пилотов вот здесь внизу, так в таком лобби. Вообще флешбеков нет, как в Emirates, потому что все по-другому. Кстати, купила себе вот такие туфельки, очень прикольные, удобный каблучок такой. До этого я ходила просто на плоском, и очень сильно болели ноги. Взяла вот такой небольшой каблук, и мне удобно. Плюс тут есть такие повязочки, но это, конечно, не совсем выглядит по фасоне, как это должно быть для бизнес-авиации. В идеале, конечно, чтобы они были вот здесь закрыты, но что нашла, и они удобны, и из-за того, что у меня штаны длинные, этого не видно вот так. Просто вот так нога видна, и все. И выглядит красиво.
Вот. И плюс я могу их еще носить, ну, как бы куда-то на повседневку, потому что они интересные такие. Не сильно простые, да, такие классические, интересные. Ну, очень удобные. И я их купила за 250 лир просто на каком-то базаре Стамбула. Вот. Мне нравится. Вот там готовили мою еду. И вот такое вот здесь красивое лобби. Sheraton Adana. Такая вот красивая здесь атмосфера. Кстати, вчера, когда я ночью возвращалась уже в квартиру с рейса, мы проезжали этот Истикляль район здесь, и очень было много полицейских машин. Прямо здесь, возле центральной улицы, было очень много полицейских машин. Может быть, машин 20. И они останавливали каждую машину и каждое такси. Они останавливали и также остановили меня. Останавливают и говорят, типа, «Чупрасунас, ты турчанка?» Я говорю, «Нет». Я говорю, «Хаир». Он говорит, типа, «Where are you from?» Сразу на английский переключился. Я говорю ему, «Откуда я?» Он говорит, «Паспорт». Я ему даю свой паспорт. И он его смотрит, и все, диалог закончился. А я говорю, «Бурдан Яуду?» Типа, что здесь случилось у вас? Что происходит? А он говорит, нет, типа, такой общая проверка. Типа, нормальная проверка. Я такая говорю про себя, думаю, какая нормальная проверка, 20 полицейских машин останавливают каждую машину и в таком грубом формате спрашивают людей. И таксисту говорю, «Нелу Йорбур, да?» А он мне говорит, типа, скорее всего, здесь они проверяют, так как здесь, говорит, очень сильно продают контрабанда, короче, кокаина и так далее. Я в шоке. Вот такой вот райончик Истикляль турецкий, чтобы вы знали. Можно тут делать. Сегодня я хочу с вами поделиться одной очень классной и важной информацией. Многие из вас знают, как часто я перемещалась из квартиры в квартиру, из стран, в разных странах я побывала за это время. И сегодня я хотела с вами поделиться секретом того, что мне помогало во время этих переездов, путешествий. Как же цените безопасность и комфорт во время путешествий, то это информация для вас. За время перелетов в Emirates в формате стюардессы, а также просто моих личных поездок, я нашла для себя классного помощника. Время наш самый главный ресурс, особенно когда каждый день новая страна, новая квартира, это все нужно бронировать. Я прошла через это, и я вас понимаю, если вы сейчас находитесь на том же периоде, на котором находилась и я. Поэтому сегодня решила я вам рассказать про приложение, которое называется One2Trip. С помощью One2Trip я легко выбираю лучшие предложения среди 2 миллионов отелей и апартаментов по всему миру. Планирую билеты с максимальным комфортом и даже экскурсии, чтобы узнать о каждом уголочке света, куда я летаю. Что может быть лучше, чем когда вы знаете точно, что после насыщенного дня, после насыщенного путешествия вас ждет хороший отель, все организовано, все чисто и так, как на картинках. С помощью One2Trip вы можете оплатить жилье российской картой всего в один клик. Я тоже так делала, использовала свои рубли, и в целом было очень удобно. Путешествия — это не только новые места, но и новые эмоции. А с One2Trip они становятся более приятными благодаря кэшбэку за каждое бронирование и скидкам за проживание. Если вы хотите сделать свое путешествие более комфортным и незабываемым, тогда вам точно нужно не упустить шанс и попробовать воспользоваться One2Trip. Ссылка на приложение ждет вас в описании. Желаю вам приятных, классных путешествий и всегда оставайтесь в безопасности и обращайтесь к надежным сервисам. Друзья, всем привет! Продолжаются мои блуждания по Турции, но сегодня они заканчиваются. Ну, точнее, не сегодня еще. Сегодня уже такой первый шаг к прекращению этих блужданий. И уже через несколько дней я наконец-таки буду жить в одном месте. И самое интересное, что квартиру я так и не купила. Блин,
потому что я не знаю, причем, знаете, даже такие были моменты, когда я уже нашла варианты, которые мне вроде как понравились, нашла варианты, которые мне подходят по цене, по всему. Я говорю сейчас про Стамбул. Для тех, кто не знает, я очень давно себе поставила почему-то такую в голове цель, взять квартиру в Стамбуле. Я сюда часто прилетаю. Мы сами из Крыма, то есть я, моя мама. Вот, и как-то вот нам хотелось, чтобы у нас здесь было жилье. И при этом, вы знаете, вот реально, когда я уже нахожу вариант какой-то, вроде все как бы, ну, все нормально, все решилось, все подходит, у меня начинаются какие-то сильные сомнения. Кто-то начинает говорить про землетрясение, кто-то говорит о том, что ты чего, здесь инфляция 50%, все так дорожает, кто здесь будет что покупать, это будет очень плохая инвестиция, все такое. Я начинаю слушать людей, и я такой человек, который, ну, прислушивается к людям, я не живу там мнением людей, но я прислушиваюсь. И начинаю переживать. Причем самое важное, что больше всего я переживаю за землетрясение, ребят. Я не знаю, реально, просто я никогда не жила, типа, в стране, в городе, где это происходит. Возможно, поэтому мне так прям реально, ну, моментами страшно. И кто-то мне сказал, что если, типа, ты этого боишься, если твой мозг понимает, что это может произойти, значит, реально лучше прислушаться, потому что есть люди, которые, например, на это вообще внимания не обращают. И такие реально здесь люди есть. Когда я, например, говорю там с некоторыми людьми, ну, здесь же может землетрясение произойти, они мне говорят, ой, типа, они так уже 30 лет говорят, это все, типа, так, ну, как бы никто ничего не знает. И я понимаю этих людей тоже, у них тоже правильная, да, то есть как бы позиция, зачем сидеть сейчас, находясь здесь, думать о том, что может произойти, а может вообще не произойти, да, так по сути как бы, ну, спокойно они жить не смогут. И вообще я слышала такое, где-то на YouTube я, по-моему, услышала, что сделали опыт над двумя овцами, посадили двух овец в одном и том же месте, кормили их одинаково, только напротив одной овцы привязали волка, и этот волк постоянно на нее смотрел, и, ну, я не знаю, что он делал, но он на нее смотрел, да, как бы, но при этом он ее съесть не мог, потому что он был привязан, но эта овца постоянно ощущала страх, да, то есть она жила в страхе, и другая овца, которая жила, и возле нее были просто деревья, цветочки, и не было никакого волка. И этих овец кормили одинаково, они были одного, ну, типа, состояния здоровья, да, так скажем. Все было одинаково, но, конечно же, овца, которая жила вот в этом страхе, она умерла намного раньше, просто у нее какая-то там развилась болезнь, и она умерла. Все потому, что эта овца постоянно находилась в страхе, постоянно ее вот этот вот, то есть волк был напротив нее, и, конечно, ну, как бы жить в таком, знаете, ощущении, что а вдруг произойдет, это неправильно, поэтому, и тут, как бы, я еще думаю за счет того, что, ну, когда ты берешь недвижимость, да, ты все равно, несмотря на то, что ты там хочешь жить, да, возможно, ты будешь ее сдавать, приезжать туда, но все равно это должно быть инвестиции, да, какой смысл брать недвижимость, если ты знаешь, что в цене она будет падать, например, то есть это равносильно машине, да, тогда как бы стоит вообще лучше просто снимать и все, какая разница, да, так и так ты деньги свои теряешь. А как бы я всегда почему-то вот с момента, когда я купила квартиру в Крыму у себя, и я помню, тогда я взяла ее на стройке, а когда ее достроили, я заработала, и когда я вот это поняла фишку, что, блин, на недвижимости можно зарабатывать, просто брав ее там в на начальном строительстве, да, там, или на котловане, если вы уверены в застройщике, и потом продавать, когда она уже достроилась, либо даже в ней же жить, вы все равно в плюсе. Но когда ты понимаешь, что ты не можешь понять, что будет с рынком недвижимости, вот конкретно в Стамбуле, да, например, то, конечно, тут сразу у тебя начинаются сомнения. И я бы не хотела взять квартиру, а потом, например, через пару лет я захочу ее продать, там, или, может, через год, да, я захочу ее продать, и не смогу. Вот есть такие случаи, когда здесь вообще люди не могут свои квартиры продать. И мне страшно от этого как-то, и поэтому я такая уже просто, я столько думала, ребят, столько думала, мои мозги были полностью вот заняты вот этой вот думкой, брать, не брать, как, куда, что. Я уже думала, может, реально просто взять какой-то проект там на начальном строительстве в Дубае, но зачем она мне там нужна? Ну, просто купить, продать. Ну, сейчас вопрос у нас жилья тоже как бы стоит, да? То есть, как бы, я бы хотела уже, чтобы мои вещи где-то просто были, а я там продолжала, например, путешествовать.
Сори. Блин, что-то горло першит. В Стамбуле, кстати, сейчас очень ветрено. Вот, сейчас у нас сегодня какое 10 августа, очень ветрено, и такая пасмурная погода, как будто осень. Мне это нравится, я люблю такую погоду, на самом деле, я не люблю жару, но я знаю, что здесь это пройдет, то есть здесь погода переменчивая. Так вот, ребята, что вы думаете вообще, если у меня здесь есть эксперты, которые разбираются в том, какие должны быть здания, какие районы выбирать прям подробно, если вы реально понимаете в плане землетрясения, да, напишите, пожалуйста, мне, я очень сейчас нуждаюсь в таком человеке, либо человек, который хорошо разбирается в недвижимости Турции, тоже напишите мне, несмотря на то, что это, да, иронично, я знаю, я сама 3 месяца работала в недвижимости в Турции, я реально хотела максимально для себя даже понять многое и принять решение, но я не смогла понять. Компания, в которой я работала, я, кстати, недавно виделась с владельцем, мы ходили просто выпили кофе, пообщались, узнали вообще, как дела обстоят, и он говорит, все, короче, плохо, никто ничего не покупает, цены падают. Я такая думаю, ну все, капец. Потом я связалась с еще одним риэлтором, он, ну, типа, у него компания своя, он такой достаточно успешный, он говорит, что все супер, типа, куча людей покупает, цены растут, я такая думаю, у кого правда, у того или у того, растет все, ну, типа, у него, знаете, и цены растут, и бизнес у него развивается, то есть у него там нет кризиса особо никакого, а у второго полностью, короче, банкрот, и цены тоже, говорит, падают. Вот я не поняла, если честно, вот этот момент, вот честно, прям не поняла. Тут, знаете, могут в одном и том же комплексе одинаковые практически квартиры продавать по разным ценам. И ты не понимаешь, в чем причина. То есть, либо просто владелец такой, а у меня вот такая будет цена, знаете, а тот такой на панике, блин, надо продавать. Короче, я не понимаю, ребят, вообще, я просто не могу понять. При том, что логично, если посудить, здесь все дорожает. Тут дорожает стройматериалы, тут дорожает, я не знаю, все, что нужно для того, чтобы построить дом. Соответственно, если дорожают стройматериалы, как может падать цена на квартиру? Нелогично. Но спроса нет, то есть спрос приостановился. Может быть, он и есть, но он приостановился, да, не такой массовый, как раньше. То есть вот эти все арабы, вот это все, кто покупал, иностранцы, они сейчас покупают менее, потому что здесь перестали давать ВНЖ людям. То есть вот это первичное ВНЖ и туристическое не дают, но вроде как дают по ТАПУ. ТАПУ это типа, когда ты покупаешь квартиру. Короче, много-много нюансов. Честно, Турция все-таки это такое, знаете, очень страна, которую вообще в целом везде, в какой бы вы ни были стране, вопрос недвижимости, это очень такой щепетильный вопрос, нужно всегда обращаться к хорошим специалистам. Нет, это не подводка к рекламе, мне некого вам рекомендовать, рекламировать. Я бы с удовольствием кого-то бы порекомендовала и прорекламировала, если бы я нашла реально крутого специалиста, который ответил на мои все вопросы сам. Хотя я сама 3 месяца провела в этой индустрии, не нужно здесь мне сейчас писать гневных комментариев, типа, как ты вообще тогда? Я, ребят, 3 месяца всего лишь побыла в этой индустрии. Что я за 3 месяца могла понять? Конечно, я общие моменты поняла, то есть я могу спокойно сейчас ходить, смотреть здесь сама квартиры. Я разобралась, да, какие должны быть документы, но все равно вообще рынок сам, и вот знаете, такой экспертный взгляд у меня этого нет, потому что у меня нет опыта, я здесь не так много находилась, я не знаю. За Дубай я еще плюс-минус могу что-то сказать, да, то, что я видела в течение 4 лет этот город в разных этапах. Кризис, да, то есть корона, еще что-то. Я видела, как они ведут себя, как они реагируют на проблемы, как они их решают. Здесь я не знаю, я не понимаю. Но при этом я могу одно сказать, здесь реально кайфовая погода. То есть, ну, здесь приятно находиться. Я знаю, вот многие могут там написать сейчас мне про Мерсин, да, он сейчас там в спросе, типа там все покупают там. Но там погода, мне кажется, не очень. Мы недавно летали в Адану, это должно быть, по-моему, в этом влоге. И Адана очень близко с Мерсином. По идее, ты прилетаешь в Адану, а потом едешь на автобусе в Мерсин. Там, потому что аэропорт вот этот вот один. И там жарко, ребят. Вот мы летали в августе, получается, там жарко, там такое похожее что-то на Дубай, только тоже влажность, короче. Ну, в Дубае хуже, конечно, но все равно влага вот эта. И я такая думаю, о нет. Мне именно вот этот свежий воздух, свежая погода, свежесть, кислород, мне это важно. Поэтому, не знаю, но как инвестиция, возможно, стоит. Кстати, я общалась также с одним риэлтором из Мерсина, и он сказал мне, он был очень честный человек, мы так по-дружески поговорили, и он сказал, на самом деле, да, мы, говорит, все надеемся
на то, что это Мерсин, как бы цены в Мерсине будут расти, так же, как и там Анталия, Алания, вот это все. Но, говорит, никто не знает, потому что сейчас пока что все просто покупают, да, то есть как бы есть спрос, люди покупают, вкладывают, но таких как таковых еще, говорит, продаж, таких там не было. И как бы, то есть сейчас там и застройщики заинтересованы в том, чтобы строить, потому что есть спрос, но, говорит, так сильно, говорит, еще там никто не продавал, то есть в основном не перепродавал, типа, покупают, но не перепродают. Опять же, это мнение просто одного из людей. Если здесь есть эксперты, пожалуйста, welcome, напишите. Ребят, честно, хочу найти такое, знаете, как вам сказать, мнение просто вот, которая не заинтересованного лица, то есть не риэлтора, который хочет продать, и не человека, который там хейтер, да, например, а вот просто реально эксперта, который не заинтересован в том, чтобы продать, и не заинтересован в том, чтобы меня переубедить в покупке, а просто экспертное такое мнение. Очень была бы рада, благодарна, правда, пишите. Да, поеду уже к девочке, которая живет, та, которая работает сейчас, работала в той компании, в которой работала я, в которой вот дела очень плохи, и она тоже уходит оттуда, потому что, ну, нет продаж, все такое. Наконец-таки буду жить уже в одной квартире, да, и я поеду забирать свои вещи. У меня стоял вопрос того, как мне забрать свое большое зеркало. Я там купила, пока я там жила, я купила себе большое зеркало. На Трендёле заказала, и его привезли прямо домой. И у меня, короче, стал просто вопрос, а как его теперь забирать? Чтобы вы понимали, я тоже такая, ну, как бы, все сама, никого особо не прошу никогда ни о чем. Вот, но на такси-то не заберешь. Короче, думала, нашла один вариант. Мне подсказали, что есть такие, типа, нелегальные такси. Просто такие ребята, которые могут тебе, короче, подвезти за деньги. Вот, и вот мы договорились, вроде как они за 300 лир привезут мне мое зеркало, и меня, и мои чемоданы. Вот эти кроссовки я себе купила буквально вчера, потому что я давно их хотела на самом деле, но все что-то как-то я это думала, блин, надо, не надо мне оно, и у меня места нет в чемодане. Вот, но я решила все-таки, хочу сейчас, когда уже заселюсь в квартиру, заниматься спортом. Сейчас я продолжаю жить в квартире Airbnb, уже ближе к району, где я буду снимать квартиру. Вот, и могу вам сказать, что это какой-то капец. Сам подъезд ужасный вообще, но квартира чистая, хорошая, там крутой ремонт, но сам комплекс очень такой прям. Примерно вот такая погода в Стамбуле сейчас, тучи, ветер, но ветер свежий, поэтому мне нормально. Так что вот такие вот дела, ребятушки. Соскучилась я что-то как-то по Америке, по каким-то европейским направлениям, не знаю, вроде здесь как бы норм, но все равно как-то такое, когда ты здесь долго находишься, ты такое чувствуешь, что, блин, что-то мне как-то надо куда-то, знаете, но это, наверное, все-таки отголоски того, что я работала в Emirates и постоянно где-то, каждый день, типа, в новом направлении. Думаю, что это связано с этим. Решила снимать далеко от центра, потому что, объясняю, мой любимый район в Стамбуле – это не центр, это мода. Такой самый стильный, вайбовый район. Но там, конечно, снимать можно только посуточно, потому что годовая аренда сейчас там дорого. Ну, как бы, я-то могу себе позволить, да, слава богу, там за $1000 снимать квартиру, но я же не сумасшедшая, как бы, мне зачем столько денег платить за квартиру в Стамбуле? Я лучше тогда в Дубай поеду, там хоть я могу себе машину купить и вообще ездить, и жить как королева, и бизнес свой быстрее развивать. А здесь, в Стамбуле, просто я живу такая, знаете, как у бабушки на деревне, по сути, отдыхаю за такие деньги, ну его нафиг. Поэтому, ну, и я даже люблю, знаете, так более удаленные районы, потому что сильный центр, это какой-то прям, ну, как-то и грязно получается там, и как вам сказать, много-много разных людей, и это тоже иногда напрягает. Вот только мне в Кадыкёве понравилось, именно вот в моде. И вообще в азиатской части
намного спокойнее, кстати. Я уже вам 100 раз говорила про это. Блин, ребята, у меня такая одышка. Это нормально? Капец. Ужас. Никогда такой одышки не было. Может, то, что я говорю, еще телефон несу? Офигеть. Недавно, кстати, я проходила один тест. Здесь знакомая в Стамбуле, она продает витамины, и она делает такой тест, знаете, такой, штучку держишь в руках, и она тебе говорит, эта штучка, какие у тебя там разные патологии, если они какие-то есть, да, не дай бог. Вот, и какие нужны витамины. Просто идти не могу, я в шоке. И она мне, кстати, сказала, она говорит, у тебя, говорит, что-то есть, типа вот с кислородом. Ты что, говорит, мало ходишь? Я говорю, да вообще-то я очень много хожу. Она говорит, тогда, говорит, не знаю. Здесь возле этого комплекса, как раз рядом Carrefour, Migros, все есть. Вот, поэтому чисто буду, короче, на районе жить. И только по делам, по каким-то, на какие-то встречи выезжать уже туда, в центр. Просто на мое лицо. На мое лицо после ветра. На мою прическу. Ребята, у меня столько воспоминаний из этого дома. Я в своем старом доме, где я раньше здесь жила. Когда только переехала в Стамбул, даже запах, знаете, как в детский сад приходишь, в котором учился, и у тебя такие все воспоминания. Я не знаю, мне от этого запаха просто столько воспоминаний. Офигеть. Мой кот до сих пор здесь живет, кстати, у моей соседки. Только ее сегодня дома нет, жалко, я бы увидела его. Он с ней живет и кайфует, и все у него прекрасно. Мы его уже кастрировали, он живет с ней, никуда не выходит. Иногда кричит, но она его обожает. Только сегодня ее дома нет, но она работает просто в это время. Вот, поэтому я его не увижу. Но я иногда ей деньги даже скидываю, просто поддерживаю, потому что она работает здесь на государство, не очень большая зарплата у нее. Так, ребята, просто хотела поделиться здесь с теми, кто в случае, если смотрите меня из Стамбула. Впервые, не знаю, может быть, я еще просто неопытная, но впервые я нашла в Стамбуле что-то подобное, что я всегда ела в Дубае. Это, знаете, такие доставки, когда тебе привозят такой боул, то есть вот такую вот коробочку салата. То есть какой-то здесь протеин обычно, либо курочка, либо рыба, и суп. Вот здесь хлебушек и соус. В Дубае, конечно, это выглядит все максимально эстетично, когда там, знаете, баночка с соусом внутри находится, огурчики они бы по-другому нарезали, более в таком, знаете, как азиатском стиле. Вот, но я просто рада тому, что вообще что-то подобное смогла здесь заказать, потому что я никогда не видела здесь вот такого формата доставку салатов. Я заказала на Getir, это такое приложение типа как Яндекс.Лавка или там, я не знаю, Талябат в Дубае, да, вот, но заказала с доставкой из ресторана, и получилось, что за доставку я даже не заплатила. Короче, мне очень понравилось, вот это все у меня вышло, здесь у меня печенье какое-то они мне дали, суп мерджимек, салат с тунцом, здесь хлеб и соус. Вот это все вышло на 240 лир, но из-за того, что был какой-то промоушен вот этого заведение вышло на 190, это меньше, чем 700 рублей, вот, ну и как бы в лирах, в дирхамах это получается, что меньше, чем 20 дирхам, супер.